«Танцы без границ». В МИАСе дети с особенностями развития разучивают движения с помощью IT-программы, которую разработали челябинские специалисты. Почти как караоке, только для тех, кто хочет танцевать. Дети повторяют все, что видят на экране, и получают оценку благодаря так называемой технологии компьютерного зрения. Камеры снимают в 2D и 3D форматах, а программа улавливает движение 19 точек скелета и распознает жесты. Технология применяется для разработки интерактивных приложений. Ну, наверное, номер один рынок – это медицинская реабилитация, это реабилитация после инсультов. Очень большой тренд, когда такие устройства портативные, они заменяют физиотерапию для людей, которым необходимо делать упражнения. То есть это либо на дому, либо в госпиталях. Продукт российско-китайский. Аппаратная часть – телевизоры и камеры из Поднебесной. А программа – дело рук и умов челябинцев. С помощью нее в Доме детского творчества «Юность» танцевальную терапию проходят дети с ДЦП, аутизмом и синдромом Дауна. В группах не более 5 человек. Со слов родителей, особенные дети в таких занятиях нуждаются особенно. Для наших детей это, безусловно, полезно. Во-первых, они делают это вместе. У них с этим, это их дефицит, скажем, да, социализация. Здесь они делают это вместе, они учатся дружить, они учатся ждать очередь, учатся помогать друг другу. Разработчик программы «Танцы без границ» успешно конкурирует с зарубежными разработчиками в области распознавания лиц и жестов. В прошлом году компания вошла в пятерку лидеров международного конкурса на лучший алгоритм распознавания лиц.